Ты всегда отличался способностью немного заглянуть в будущее, и твои прогнозы, политические прогнозы, часто подтверждались, оказывались правильными. Сегодня, в начале 2024 года, что ты думаешь о том, что будет происходить в этом году? Вот какие прогнозы ты можешь озвучить сегодня? Будет происходить нарастающая хаотизация, к которой, кстати, Путин и стремится, но не только он. То есть будут вспыхивать еще разнообразные конфликты. Но в целом уже будут кристаллизоваться какие-то представления о будущем. То есть так или иначе Израиль в этом году победит Хамас, но что откроет для Израиля новый виток проблем. Что делать с этим совсем? Как решать палестинскую проблему? Потому что откладывать ее до бесконечности дальше нельзя. Надо сказать, что премьер-министр Биби Нетаньяху, который сейчас занял, опять же, с политтехнологической точки зрения абсолютно правильную позицию, что во всем виноват не он, а его предшественники. И Ариэль Шарон, который вывел войска и еврейские поселения из Газы в 2005 году, но особенно, конечно, Ицхак Рабин и Шимон Перес, которые подписали соглашение Осло, признав партнером по переговорам Организацию освобождения Палестины. Но в то время мы не забываем, люди, которые пристально следят за израильской политикой много лет подряд, что именно Биби стимулировал Хамас во многом. Потому что он считал, что если в палестинской автономии будет два центра власти, один на западном берегу реки Иордан, другой в Газе, то это оправдывает замораживание переговоров о палестинском государстве. Не с кем же вести переговоры, нет партнера. Партнера этого и нет, он будет создаваться как-то сверху. Вот сейчас, конечно, можно себе представить выселение жителей Газы куда-нибудь. Ты помнишь, что я предлагал выселить их в еврейскую ООН на территории РФ и переименовать, где евреев практически не осталось, и переименовать ее в палестинскую ООН, но во главе с кем-нибудь из клана Кадыровых, например, с его младшим сыном Адамом, 16 лет, который на полном серьезе руководит охраной своего отца, что мы увидели во время недавнего визита Путина на Аравийский полуостров своими глазами. Это невозможно было поверить, но вам пришлось поверить. Сейчас ведутся переговоры о выселении арабов из Газы в Африку, но все это в пользу бедных. Все равно придется создавать палестинское государство там, на этих землях. Также и будут уточняться параметры, начнется подготовка уже к строительству. Ну, вот мне не нравится термин «восстановление Украины», потому что восстановление – это возврат к чему-то прошлому. Скорее, надо говорить о создании новой экономики Украины. Потому что всякая война имеет, это звучит двусмысленно, тем не менее, я это скажу вновь, и не всем понравится такая формулировка, что всякая война имеет очистительную силу. Применительно к Украине она позволяет очиститься от бремени постсоветской, вернее, советской экономики, советского индустриального комплекса, который по-прежнему играл в судьбе Украины решающую роль и определял ее зависимость от РФ, кстати, как экономическую, так и психологическую. Потому что не случайно ведь Виктор Владимирович Медведчук, будучи, на мой взгляд, совершенно открытым предателем Родины, да, потому что он постоянно общался с Путиным после 2014 года, и Путин приезжал непосредственно на дачу Медведчука в Крым. То есть Медведчук жил на своей даче в оккупированном Крыму. Да, но несмотря на это, Медведчук не только не сидел в тюрьме большую часть этого периода, но и не находился в бегах, а оставался одним из самых влиятельных политиков Украины за счет своей близости к Путину и страха значительной части украинских элит перед Путиным, который, надеюсь, исчез именно 24 февраля 2022 года, потому что, называется, перебоялись. Все, что могло случиться плохого, уже случилось. Это в этом тоже очистительная сила войны. В том числе открываются возможности для создания совершенно новой экономики. И, что, естественно, ну, моя концепция известна по этому вопросу. Это восточноевропейский полигон глобальных трендов от искусственного интеллекта и зеленой энергетики до каннабиса. Потому что каннабис для индустриального использования, поскольку каннабис – это сегодня мощнейшее сырье для производства одежды, парфюмерии, чего только не. И по-прежнему Украина, как страна с огромными плодородными почвами, здесь может свой потенциал использовать в полном объеме. И на этой почве и неизбежна реальная, а не бутафорская борьба с коррупцией, поскольку ясно, что при довоенном уровне коррупции реализовать этого ничего не удастся. Эти темы актуализируются так или иначе в мировом, не только украинском, но и мировом пространстве, на мой взгляд, и это само по себе внушает оптимизм. Потому что вот, на примере современного Израиля, да, когда сейчас ведутся разговоры о том, что никакое палестинское государство не нужно, а нужно просто все время, чтобы израильтянин спал с автоматом под подушкой, и это является единственной гарантией его выживания, мы забываем, что жить в условиях войны постоянно невозможно.
это приходит к полному сумасшествию и безумию. Кроме того, существует еще фактор экономики, который здесь почему-то не учитывается. А кто работать-то будет, если все будут спать с автоматов? Если вся страна воюет, то никакое поступательное развитие экономики и вообще становление современных форм институтов нации и государства невозможно. Поэтому мир в любом случае лучше войны, другой сейчас на каких условиях и что является, что и кто есть гарант этого мира. Это, разумеется, на эти вопросы всегда должен быть получен ответ, но все равно в правильном состоянии не может быть перманентная война. Для Путина, да, может, потому что он и делает ставку на то, что на бесконечную пролонгацию себя и своего режима под флагом войны, но не для страны, которая хочет быть демократической и процветающей. Поэтому все эти вот вопросы о том, что мир лучше войны, все-таки возникнут в 2024-м, это не снимет, естественно, вопрос о том, об условиях, потому что мир, возможно, не на любых условиях. И, разумеется, для того, чтобы удерживать мир, поддерживать мир, нужна физическая сила, без которой никак обойтись нельзя. Но... Собственно, все глобальные тренды, которые символизируют эпоху возвращения, идущую на смену просвещению, будут актуализированы. Это в том числе и примат сетевых структур над иерархическими, поэтому в этом смысле как раз Путин по совпадению прав. Американ-центричного мира в старом понимании больше не будет, потому что, в принципе, роль государства не будет прежней. Существенно больше будет роль сетевых коммуникаций и фигур, находящихся в узлах этих сетевых коммуникаций, типа Илона Маска, который, хотя и не может баллотироваться в президент США, поскольку родился в Южной Африке, но по своему влиянию он, по-моему, так сказать, приближается к президенту США в современном мире, что, кстати, не может не беспокоить и политический истеблишмент нынешней Америки. Поэтому будут, кроме того, переформатироваться самые старые устойчивые конструкции иерархического просвещенческого мира будут уходить в историю. В частности, я думаю, что выборы, президентские выборы в США покажут, что разделение на республиканцев и демократов больше не работает. Что это так не действует, что внутри республиканцев, внутри демократов есть совершенно разные идеологические группы, и поэтому структурирование американской политики как важнейшего фактора глобальной политики тоже будет совершенно другим. Ну и будут развиваться технологии, продолжится бурное развитие технологий, которые, конечно, изменят не только мир, но и наше представление о нем. Ну я тебе задам крайний вопрос. Угу. Война в 2024 году закончится? Нет, нет. Четвертая мировая война не закончится. А война между Россией и Украиной? Тоже не закончится. Возможно, прекращение огня, но не прекращение войны. Война закончится с уходом с политической арены Владимира Владимировича. Когда это случится, неизвестно. С Новым годом. Спасибо. И, конечно, с новым счастьем. Если, как сказал бы ослик ИА, оно действительно новое. В чем хочу заметить, что ослик ИА это абсолютно пророческий персонаж, как и многое в Винни-Пухе, потому что ИА это есть иностранный агент. А иностранный агент для современной РФ это рыцарь печального образа, с чем я, как иностранный агент, собираюсь в 2024 году бороться. Надо развеселить иностранных агентов. Как иностранный агент, иностранному агенту хочу тебе сказать спасибо за прекрасное интервью. Спасибо тебе, спасибо за это интервью. Всем большой привет. С Новым годом и дай бог, чтобы, несмотря на твой мрачный, на мой взгляд, прогноз по поводу войны, она в 2024 году все-таки закончилась. Причем победой Украины. Нет, ну, не могу это не поддержать, но, тем не менее, так сказать, остаюсь при своем мнении. Война в широком смысле и в конкретном тоже, я говорю, может быть снижение интенсивности боевых действий существенно, да? То самое прекращение огня. Но никакой формальной фиксации прекращения войны, конечно, не будет. Посмотрим. Конечно, это я сильно погорячился. Давай будем исходить из того, что, разумеется, все возможно, в том числе и новые счастья.